Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Odyssey. В этом видео я вам покажу разгадку на загадку. И у нас получается загадка рок-н-ролл. Поделку туда, поделку обратно. Как это утомительно. Хоть быстрее дороги через большую землю не найти, в пути легко почувствовать себя одураченным. Возле диолка расположена статуя Зефира, толкающего камень в гору. Найди меня в пещере за статую. Я на столе, рядом с жертвой. Так, открываем карту. Нам надо вот Коринфия, могила Зефира. Мы же Зефира же ищем, статую. Открываем, вот как раз наша вот статуя, которая толкает камень. Проходим. Так, какая-то гадость, а да, уж человек убит. Как я мог? Так, наша разгадка где-то на столе. Разгадано. Так, открываем наш рюкзачок, смотрим. Да, все, мы ее разгадали. Показываем на карте еще раз. Нам надо вот, получается, Коринфе, да? Могила Зефира, и там вот проходите в нее, и там находите стол, и там лежит наша разгадка. Ну что, все, у меня на этом все. Все, всем спасибо, пока.